пассажирский самолет «Бройлер 747» терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Тринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Хладнокровный и обаятельный радист Морзе, а также несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл. В сериале «Крутое пике». Нам нужно успокоиться и спокойно проанализировать ситуацию. Что проанализировать? Ситуацию. Нужно сделать анализ ситуации. У меня аналитический ум. Аналитический ум? Вы что, Дринкинс, хотите сдать свои мозги на анализ? Сэр, это вам нужно сдать анализ на мозги. А это хорошая идея. Дринкинс, когда вы будете сдавать свои мозги на анализ, пожалуйста, прихватите и мои. Войти, сэр. Кто это? Стюардесса. Стюардесса. Наша стюардесса. Это наша стюардесса. Хорошо. Хорошо, 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 Дринкинс, хорошо. Успокойтесь, Дринкинс. Успокойтесь. И не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Слушаю вас, Морзе. Сэр, у нас проблемы в пассажирском салоне. Миссис Бурпл тошнит. Так ничего удивительного. Мы ведь сейчас над Атлантическим океаном, и у нее приступ обыкновенной морской болезни. Нет, сэр. Просто на обед все пассажиры ели мясо, а она заказала рыбу. Да, кстати, пора перекусить. Так что вы говорите у нас на обед? Мясо и рыба. Хорошо. Давайте нам с Дринкинсом две порции рыбы. Хорошо, сэр. Нет. Нет. Что? Я не хочу рыбу. Мне мясо. Дринкинс, что вы привередничаете? Мясо, рыба. Я вам гарантирую, что когда мы грохнемся с 10 тысяч футов, мы будем ни рыба, ни мясо. Да? Да. Хорошо. Дринкинс, осторожней! Не мотайте этим мешком! Сэр, у меня к вам один вопрос. Как вы думаете, сэр, если одновременно открыть основной и запасной парашют, что будет? Ну, скорее всего, они перепутаются. Да. А если они перепутаются, что делать? Нужно крепко взять себя за уши и сильно дернуть. А зачем, сэр? Потому что все равно уши вам больше не понадобятся. Сэр? Хорошо, 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 Дринкинс, это была шутка.
А если серьезно, то вы должны успокоиться и вытянуть руки вверх. А зачем? Затем, чтобы в морге было легче снять с вас рубашку. Хотите, Морзе? Свежая почта, сэр. Да? Да. А еще? Вы точно уверены, что она свежая? Точно. Хорошо. Морзе. Какой сегодня день недели? Пятница, сэр. Пятница? Да. Морзе. А вам нравится пятница? Нет. Вообще-то мне больше нравится суббота или воскресенье. Почему? Потому что мы по выходным с семьей ходим в цирк или жарим барбекю. Да, да. Хорошо. Дринкинс, давайте сделаем морзе приятное. Давайте. Морзе, специально для вас, чтобы не испортить вам выходные, мы разобьемся сегодня. Не надо меня благодарить. Дринкинс, давайте!